Привет, Джипи. Сейчас настраиваемся. Вчера после стрима тоже аркаду с Атаманией за Адама смог пройти. Блин, красава! Красава, Джипи, у тебя гораздо больше скилла, видимо, в ремейке. Полторы жизни где-то осталось в запасе. Блин, ну да, близко было, конечно. А, 44! Хорошо. Круто. Сейчас, мне нужно разобраться с Ютубом. Какая большая задержка в Рутоне, конечно. Так. Чат вроде работает, все вроде работает. Объяву сделал. Что еще я забыл? Вроде ничего. Здорово, Риски, здорово. Не, в этот раз не будем до трех ночи сидеть. Думаю, план будет такой. Проходим за Блейз. Если быстро проходим, попробуем снова ремейк. И попробуем снова пройти ремейк на Мании. Надо там в ремейке такой выбрать какой-то один маршрут, чтобы его затрачить нормально. Сейчас хотя бы Блейз. Руки на стол, Рюски, срочно. Сейчас еще подождите. Ну что, 2 персонажа осталось. 2 девочки остались. Сейчас я докурю и начнем. Пока можете насладиться очень детально прорисованной анимацией сисек у Блейз. Они прямо знали, что нужно анимировать на нее. Здесь Блейз получается уже милфа. Ей уже за 30, по-моему. Не помню, сколько ей было лет. В третьей части, но события происходят уже через 10 лет после третьей части. Но ей там явно было не 18. Если не 40? Не, ей точно не 40. 40 я точно не. Может, лет 35, кстати. Может, лет 35. Вот слышите, как четко определяется, что мелодию писал Кассира. Вот эта заставочная мелодия выбора персонажа, она тут прям чувствуется, что он писал. Если что, там звук надо будет погромче, тоже пиши. Так, все, погнали. Ой, сейчас будет как непривычно на самом деле. Но благо за Блейз я хотя бы играл. И хоть что-то знаю, что за нее можно делать. Блин, все, я уже с ремейка начинаю на кнопку удара подбирать предметы. Короче, нельзя переключаться так быстро.
Здорово, Гаррет. То я боец, серия маньячина. Гаррет, что там, играешь уже восьмой резик? Сегодня же он, да, вышел? Пока подожду, а чё ждать? Скидона? Да блин. Не реприклад? Блин, Last of Us 2, о господи. Last of Us 2. А я что-то посмотрел. Где-то полчасика, как там на ютубчике. Восьмой резик, и блин, мне так захотелось его купить. Ну я просто рот Sony бомбил, вот честно. 5000 за обычное издание, идите нахер. У меня сейчас нет столько денег. Я что-то вообще не понимаю, там в Resident Evil вообще странная какая-то фигня идет, там уже какие-то оборотни. Не, ну я понял, что там вампиры, ладно, вампиры их показывали в трейлере. Но там какие-то оборотни, какой-то Ван Хельсинг, вообще что происходит? Где зомби, алло? Или там этот, какой там Т-Джи, там, я не знаю, уже какой-то новый вирус, который магию изобретает, что ли, или что? У них там какие-то вообще обряды проводятся, там какие-то собрания, там как будто уже... Не знаю, там 500 лет, наверное, там всякие эти оккультные группировки какие-то там собираются. Что-то за хрень вообще происходит. Ну ничего, потому что сегодня было здесь половина часа стрима, и вот опять. Не-не, сегодня поменьше, сегодня поменьше. Не знаю, ну, максимум до часов 12 посидим. Хватит, надо, короче, себя ограничивать. Это уже не смешно, я сегодня, блин... Во сколько? Я сегодня, по-моему, в 5 часов дня проснулся. Хватит. По 10 часов сидеть играть. Вирус, да, опять как-то постарался. Блин, и Крис вообще такой просто брутальный стал. Капец. Такой здоровый мужик. Сколько уже Крису лет? Лет 50 же Крису, наверное, уже. Выглядит он, конечно, вообще офигенно. Блин, надо было курочку не брать. И что там вообще в седьмой части происходило? Почему этот долбанный Итан? Он какой-то бессмертный, у него какая-то регенерация. Что с ним вообще происходит? Я вот, правда, боюсь играть в новую часть, потому что мне может серия разонравиться. Потому что там уже пошел какой-то вообще непонятный движ. Да, спойлери, я думаю, что если я и буду играть, то не скоро, и уже все забуду. Так, сейчас, секунду. А, и донованы, но вас прыгать же нельзя. Засранец. Блин, а вот как этих сейчас комбить нормально? Наверное, звездочки придется вязать. Возьму-ка это. Ай. Ладно, лучше две связать, чем сдохнуть.
Нормально, пойдет. Короче, сам слышал спойлер, и Итана убили еще в седьмой части, в самом начале, и на него повлияла плесень главной злодейки из седьмой части. А, точно, там же какой-то вирус из плесени был. Я тут сегодня смотрел там видосик один вообще, типа пересказ полностью всей вселенной, типа перед выпуском восьмой части. И там, да, там говорили, что там когда баба с плесенью была в деревне, и она там всех заражала. И типа у него появилась там регенерация, да, вот это вот все. Весь этот движ. Блин, сложно. Заблэйсит сложно, честно говоря, пока. Приходится постоянно спешл вязать, постоянно там нужно, чтобы тебя не били. Вот. Так, ладно, будем поаккуратнее тогда. Блин, чувствую, что заблэйс, кстати, уже так, как за Адамом вчера, не получится, наверное, пройти. Седьмая классная, у меня были сомнения, но они прям развеялись. Это хорошо. Это прям хорошо. Ладно, может сначала тогда седьмую возьму. По скидону какому-нибудь пройду. Придется опять на аналоги играть, не, так как комп, скорее всего, не потянет. Блэсвонки и буфера с такими тяжело ходить. Представляешь, какая у него накачанная спина? Прям. Такие бидоны, да, таскать. Вот все, что я умею делать, короче, за плейс, это вся комба. Ну, в принципе, мне нравятся вот эти все воздушные темы. О, и, ого! Так, я тут что-то придумал интересного. Фига себе. Это на прыжке, короче, хорошая у него очень. Она баунсит их. Ай. Так. Ну еще у Блейз хорошо, что вообще ее вот эти спешлы, они достаточно мало хп отнимают. Поэтому можно пользоваться. Но, блин, все равно стрёмно, опасно вообще. Ай, тихо! Цыц, дайте мне добить вас. Вот так вот. Трубой, нормально. Блин, это же даже в первом уровне на самом деле сложно. Я, кстати, спешлом вообще практически не пользуюсь, потому что высокий риск и низкая награда. Но это опять же от персонажа зависит. Вот у Акселя, допустим, если юзать спешл, то ты там сносишь просто полторы, а то и две полоски иногда хп в большой комбе. А вот у Блейз, если вообще их не юзать, то будет совсем маленький урон. У Адама, да, вот у Адама можно вообще не юзать. Как бы ему нафиг эти спешлы не нужны, потому что они практически ничего не дают. Но тот же самый Флойд, опять же, Флойда вся механика построена на его ручке вперед, вперед А, которая притягивает. Нужно кидаться там и все такое. То есть тут от персонажа, короче, джипет зависит. Это прикольно. Вот, наверное, допустим, за какую-нибудь черри, там, наверное, тоже у нее особо и не надо. О, здорово, Риверс. Как твои дела? Как там у вас на Ямале погода? Ну вот я как бы делаю вот эти воздушные спешлы, но они быстро вроде бы отбиваются, поэтому нормально. Пойдет. Тихо-тихо. Отлично.
Механика сплэшла клевая, Bloodborne напоминает. Ну да, типа, можно похилиться от ударов. Прикольно придумали. Ну как? Ну, то есть оно как бы имеет свои плюсы и минусы. Хорошо играешь, это тебе идет на пользу. Плохо играешь, получаешь людей, быстро жизнь заканчивается. Зато можно вот этих вот так купить, блин, на прыжке в плейс. Тихо, зачем? Ай, зачем я сделал-то? Ну ладно, к боссу не пойдем. Еще вот у Блейз мне не очень нравится вот этот ее бросок через себя, да, с ножкой. Потому что он почему-то продвигает тебя туда, куда ты кидаешь. С одной стороны, наверное, можно как-то так спасаться, вот так, типа, отходить назад. Но с другой стороны, это постоянно мешает только, по-моему. Ух ты! Можно ножку делать из вперед Б, потому что типа в воздухе. То есть тут есть какая-то еще приколюха, я замечал часто, что спешилы, короче, когда ты их делаешь в какой-то большой комбе, они тебе меньше отбавляют здоровья, чем ты их делаешь как бы так, чисто в чистом поле, как любят говорить, снопой, блин. Вот, у него этот паразит, короче, перенял. В чистом поле, да. Ну вы поняли. Когда на ровном месте делаешь какой-нибудь спешл, вот так вот. Он отбавляет обычно больше, чем в компе. Вот еще что я замечал. Но это может просто визуальная иллюзия такая получается. Тебе кажется, что меньше. Надо проверять. Надо проверять. Посрал, но все отлично. Все отлично. Ну, такие, конечно, подробности можно опускать. В общем, все отлично, это хорошо. Давай, заковыряй его, плейс, заковыряй его. О, нифига, он там улетел. За Черри просто используешь бег и атаку на нем. Блин, у Черри есть клевый прием, когда она как скейт залазит на голову в захвате и начинает бить, типа, кулачками. Вот, так... Я увидел у одних спидрайнеров там, типа, за Черри. Она может, короче, отменить эту херню, спрыгнуть с головы, потом снова приземлиться на голову и снова ручками бить. И так можно боссов ковырять, короче, пока они не сдохнут до бесконечности. Если не дропнешь, конечно, ничего. Поэтому Черри просто имба, имбища, я бы сказал. Когда нет далеко игр, дети. Носит много урона, вроде как неуязвимость есть на время всего проведения. Копы с шокерами просто пикадоры. Да, ненавижу их. Самые дебильные враги в игре, блин. Все, у кого есть шокеры, которые быстро подъезжают, все пикадоры. Очень любят этот кетчуп. А, там яблочко, нет! Здоровье, снова почти полный. Так, слышь, руки убрал. Блин, на шару что-то нажимать. Ах ты засранец. Сбил мне чуть-чуть КП. У Адама, кстати, комбо тоже смещает персонажа в сторону. Меня это один раз подвело в углу. А мне вот раньше казалось наоборот, что типа так как у Адама есть продвигающие пленот, продвигающие спешилы вперед, то проще от некоторых врагов уворачиваться и типа, как это объяснить? То есть ты с помощью вперед А можешь как бы к ним продвинуться и тем самым как бы их зацепив и начать бить. Но это ни хрена не работает, это так только в теории. Да, поэтому Адам, короче... Сомнительный персонаж получился все-таки. Со своими, конечно, особенностями. Но тот же самый Дэш вообще тебе ничего не дает. По факту. Дэш очень долго рекаврится. И как, блин, как на коньках катаешься. Ай.
просто ты задрал. Да, кинь ее. Его. Так, давайте курочку возьмем на всякий пожар. Бля, охуенно, мне сейчас челик привез самарского жигуля разливного 3 литра, еще утром в бочке на заводе бултыкал. Самарского жигуля. Есть рязанский жигуль, теперь самарский жигуль есть еще. И как, вкусная? И в смысле привез? У вас есть доставка бухла? Или это просто знакомый твой какой-то? Кстати, от щита тоже КП пополняется. Ух ты, неплохо так щит задамажил. Да, ни хрена себе она щит дамажит. Ни хрена себе, нормально так. Что за фигня? Второй день у меня эта фигня не работает. Вот эта штука, она дамажит просто столько много щита. Я так хочу поделиться своими недовольствами, особенно это касается утра. А сколько у вас сейчас там время, кстати, на Ямале? А челище может по головам прыгать сальто, это можно даже абьюзить. Вот да, я про это вот рассказывал. Что этот абуз за черри, это вообще имба, имбища. Да. Блин, а вот этих нормально, наверное, паунтить не получится, да? Ай, не то сделал. Что? Чё это за глюк? Где слоумо? Они мне сломали звездочку. Лел. Что-то в последнее время какие-то баги, блин, постоянно ловлю в этом. Сори. Вчера было офигенно с жирным на мосту. Сори, ремейки. О, тихо, сразу убиваем. Любыми доступными способами. Блин, промазал. Добить. Все. Минус шокера. Ай. Блин, нет, не работает, ладно. Пойду-ка курочку съем. Тебе не надоело? Блин, она не попадает, черт. Так, красненькие, все понятно. Чтоб не выделялись, видимо. Чтоб не отвлекали, вот так скажем. Я верю, что утро начинается не с кофе, все верно. С толчка, да? Можно кофе пить на толчке. И все-таки армор, как по мнению механика, а костыль, не было бы армора, игра была бы лучше, по моим ощущениям, за все прохи. Ладно, я уже устал спорить по поводу армора. Тут, видимо, кому как. Мне нормально. У меня армор... не напрягает. Вот тут, видимо, каждому свое, как говорится. У нас тут слишком хорошо кормят, прям как на убой свиней. Поэтому тебе платят, да, много. Может, там на вас еду тестируют какую-нибудь там? ГМО, все дела? Или так, чтобы не замерзли, но это помогает не всем. Дрящам не помогает, да. В Люске можно было вообще не питаться, и он бы там не замерз. Знакомый ездил на родину, привез всем местным, кто просил. Самарский жигуль, можно сказать, легендарнее. Ну как, вкусный он вообще? Вкусный? Легендарный, это понятно. 21.08. Ох, нифига, надо плюс 2 часа. Нормально. Привет, или чупакабра? Добро пожаловать на стрим. Будем доносить золотую курочку до босса?
Ну, кстати, можно попробовать? Я так ни разу не делал, но видел видосы, что она прям босса убивает с одного попадания. Давай попробуем, если сейчас дойдем. Нормально. Короче, спиздили награды, я их не вижу. Какие награды, что? Рязанский пивоварный завод 1950 года, а Самарский 1881 года основания. Блин, прикольно. Да, получается более старое. Не норман. Армор. Кому как, пожалуй, да. Ну, тот, видимо, да, этот человек здесь. А ведь скоро DLC выйдет с Максом и Стелли, еще одним новым персом. Да Шива там будет, Шива. Вот, я хочу добить Блейз и добить Черри, и потом уже в DLC. Потом погнать в DLC. Пусть я только еще не пробовал, болею же. И чё, это тебя останавливает? Меня бы не остановило. Хотел затестить утреннего с пулом. Положишь автомобиль, хочется и колется. Да ладно, что там, стаканчик хотя бы бахнул бы, попробую. Я курочку доносил, но на боссах я ее пробовал. Ах ты, блин, ну что, плойка работает? Так. Какого-то хрена мой геймпад самый умный такой решил. А, ты играешь на DualShock 4 на ПК? Давай я тебе PlayStation включу. Лол! Серьезно? Короче, пока я просто... Я не знаю, запасится. Вот просто посмотрите. Не, no signal. А почему no signal? Видимо, я подключил напрямую. Короче, пока я играю в Streets of Rage на ПК, у меня геймпад сам включил плойку, включил Mortal Kombat и уже с кем-то в онлайне пиздится. Точнее, меня там пиздит, что за хуйня? Так, сейчас я плойку выключу, подождите. Как это вообще работает? Заебись, спасибо, DualShock 4. Восстание машин, да? Курочку доносил, но на босса не пробовал использовать. Блин, сейчас попробуем, кстати. Чей вечерний, у меня смена только началась. Вечерняя. Нормально ты работаешь? На стриме. Эстель очень даже бодрая по видосу с ней. Я смотрел какой-то разбор, короче, Эстель. И у нее там какие-то жесткие комбо. У нее есть инвул, насколько я понял, на обычной серии. То есть у нее в конце серии есть такой там типа бросок в землю. И когда она бросает, так типа, а у нее типа неуязвимость. И какого хрена, я не понял. Зачем это делать? Останавливает, потому что все равно весь вкус не почувствую. А ты что там, ты там не коронкой заболел, слышишь? Там не коронкой хоть заболел? Да, чайку можно налить. Чаечек заебись. Так, что случилось, пока ты не... Восстание машин случилось. Плойка сама в себя играет. Это же новые технологии, вот они. Тесофлопсы, карапузики. Видос на пару минут в ментовском участке с ямовыми. Я не то, там не только есть в этом, есть... Ну, в трейлере тоже, короче, можно посмотреть немного. Рюшкин, ну ты же не носом пьешь. Ладно, все. Не пей. Лучше, да, лучше выздороветь и кайфануть по полной. Единственное, что все эти пивасы, я вот правда не знаю... Может, он тебе привез как бы в бутылках, которые, ну, все же вот эти живые пивасы есть, на живой, это Жигулевская. Они же это самое. Ну, срок годности у них маленький. Выдыхаются там, портятся. Надо сразу пить. Ух ты, нет! Блин. Хорошее комбо было. Нормально такой подкатил. Да.
Сбивают мне тут комбо всякие ходят. Без игровых автоматов проходишь? Почему с игровыми? Я один пропустил, потому что случайно завезло шокер. Да, черт. Блин, меня нагибают. Еще такой третий уровень. Блин, сложно за плейс. Надо привыкать к ней. Вот, это тоже опять разговор о том, что когда плохо умеешь вязать спешл и делаешь это небезопасно, КП тратится. Так, ну думаю, на жирном можно даже не пробовать. Блин, я сейчас сдохну. Надо за яблочком срочно бежать. Оп, успел. Ладно, как-нибудь еще пока живем. Так, поковыряем палкой. Вот обязательно было мне ножом, да? Тихо. Блин, было бы чуть побольше здоровья, можно было бы вперед А спокойно юзать, не париться. Где нож? Аккуратненько, если что, звездочки, звездочки, если что, не забываем. Вот мразь! Так, яблочко успел взять, хорошо. Так, плевать. Просто добить. Не меня. Ух. Да, ценой двух звезд. Но, блин, ладно. Уж лучше так, чем сдохнуть. Но, честно, я не знаю, что сейчас буду делать на четвертом уровне. Если уже даже здесь мне все так сложно. А, ну его похилило. Блин, а он же сдох! Он же сдох! Он сдох, но она успела его похилить до того момента, как он упал. Какого черта? Алло! О, здорово, сапер! Как у тебя дела? Так. Сейчас, надо вот этих вот через захват убивать. Не мешай! Не мешай убивать твоих подчиненных. Бомжи с улицы. Так, и сразу идем курочку брать. Да сколько можно-то? Куда вы лезете?
Просто умри уже. Спасибо. Самый изи босс, блин, конечно, столько проблем вызывает за плейс пока. У меня рано был бар жигулевский и британский, типа. И что в одном, что в другом по вкусу одни и те же шотландские. А есть такое, это разливное, это же, блин. Я вот не могу в этих сортах пива особо разбираться сильно. Я могу разобрать дистаут, где какое-нибудь пшеничное там. Могу какой-нибудь лагерь разобрать, но чтобы прям, знаешь, типа вот там. Ирландский эль там, британский эль, такой-то эль. Как будто все одинаковые. Хотя в жигулях он стоит 150 дешевле. На 150 ре. У Блейз это шикарный бампер. Блин, Блейз вообще... Я бы на ней женился. Что передний, что задний. Это вся шикарная, да. У ней хорошо все. Обожаю то, что они перенесли эту классическую стойку Грассии с ножом. Ну то да, тут дизайнеры вообще постарались над всем этим делом, честно говоря. Они молодцы. Вы там с Джонни планируете к лампам кого повернуться? Не, не планируем. Пора ехать домой. Да, давай уже, реверси, возвращайся. Ляхи нарисовали. Ух, да. Четвертый уровень противный, да, я не знаю, что я сейчас буду делать. Еще один удар. Если кидать Гарсия в стену с шипами, то они вроде ваншотаются. А, да, я не пробовал. Я бы так их договаривал. Что там у нее с труселями можно подвинуть? Ну, короче, я уже показывал. Ну, я не знаю, что получится. Нет. Ну, короче, у нее красные. Я когда босса убил, там было слоумо, мы посмотрели. Нормально у тебя голос, тоже все окей. По голосу. Да, все хорошо. А что может быть плохого? Все вообще отлично, сидим, играем. Видите, там почти все видно. Да, все всегда видно. Ага, Нора у меня голосе воскрешала прямо из-под ног. Да блин, да, это охренеть. Какого хрена? Он просто уже без хп, она его берет, ресает. Магия. А, хотя нет, с этими, кстати, с даймондами этими, да, вот с этими тёлками, которые прыгают в воздухе. Их же, я же могу теперь их перебивать своим спешлом в воздухе нормально. Вот так вот, типа, сейчас давайте. Оп! Здравствуйте. У Блейз есть инструменты, как с этими тёлками бороться. Блейз знает, как разговаривать с женщинами. Видимо, работала каким-нибудь бухгалтером в женском коллективе. Не, ну у Блейз реально очень хороши эти все воздушные ее мувы. Ай. Поэтому ей вообще приятно против этих телок, конечно, играть. Но единственное, что надо на опережение, наверное, как-нибудь прыгать. Ну, по крайней мере, ты не то, что за других персонажей, ты за нее, ты, по крайней мере, уверен, что у тебя получится все это дело перебить. А тут пауза плюрится, хрен разглядишь детали, да. Вот поэтому надо, короче, этого ждать. Слоумо на боссе. Вот слоумо на боссе, там хорошо все видно. Так, тихо. Сразу биты отбираем. Биты отбираем. И выпиливаем всех. Оп. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Блин, он не улетел. Да сдохни уже. Хм. Так, надо сейчас попробовать. Получится? Да, получилось, идеально. Вот почти за всех персонажей это хорошо работает. И знаете, в чем прикол? Вот в этом месте, если делать Defense Special, не срабатывает только у Адама. У Адама там нужен какой-то особенный тайминг. А у всех остальных работает просто идеально. Так, ножички ложим на землю. До свидания. Они не улетели. Вот теперь летели. Вот видали, да, видали? Я просто перебил. Как же это приятно. Ах ты засранка. Забайтил меня. Увернулась. Слушайте, а нормально вообще четвертый уровень за Блейз проходится? Я бы сказал, изи. На вчерашней попытке пытался с этими гарсиями в арморе
подпрыгивать, и они нормально захват не берутся. Опять приходилось урон получать. Ну, я не знаю, по-моему, это тоже прикольная задумка, на мой взгляд, делать их, типа, с армором. Так как они же все-таки, блин, типа, лохи. И босс сам по себе тоже лох. Задумка-то прикольная. А в захват, я не знаю, в захват нормально как берутся. Тихо. Так. Что? Какого хрена? Я же выше стоял. Ну, блядь. Я расслабился. Вот это сейчас обидно было. Вот это сейчас было очень обидно. Так, в жопу твой шокер себе засунь. Блин, на ровном месте потратить жизнь, конечно. Ладно, ладно, ничего страшного, ничего страшного. Хрен с ним, одну жизнь можно потратить. Одну жизнь можно потратить. Ну, бля. Так хорошо пройти до этого момента. Тут всего лишь нужно было выбить этих сраных шокеров. Все, все, это изи. Так, прыгай. Бьют-бьют-бьют, не работает. Ну пофиг, ладно, пофиг. Вчера, по-моему, за адом я там, блин, 3 жизни аж в запасе осталось. Так, что там пишете? Труселя есть, но они выразительные. Так как одного цвета с юбкой. Да-да-да-да-да. В этом вся проблема. Они специально их сделали красными. Ну или Блейз просто решил надеть красное, а то такая смотрит. Блин, а че у меня труселя-то видно во второй части? И разработчикам такая, срочно, срочно, срочно. Замажьте мне труселя. Чтоб никто не видел. Вообще, я даже мог за Блейз просто перелететь ту сраную яму, взять курицу и не драться, и не пытаться просто сверху пройти. У нее же, блин, есть ножка в воздухе. Ладно, все, короче. Просрал и просрал, насрать. Красные кружевные. Да не, по-моему, не кружевные, обычные. Пиздец, блядь, у нас разговор на стриме про... Сидим, обсуждаем труселя Блейз. Что же еще можно обсуждать в этой игре? Ай. Так, розочки положили срочно. Бомжары с бутылками тут выходят, лови. Лови. Автомат тут же. Да-да-да, я про автомат все знаю. Работал бухгалтером и в баре с танцовщицами, да. В баре она подрабатывала. И вообще, она не шлюха, если что. Она танцовщица, а не стриптизерша. И не в баре. Ух ты, стали хорошо баунситься. Ай, ух ты, мразь. Ну все, 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 сразу. Сразу мусорская подмога подъехала, да? Сразу. Интересно, а у Эстель можно будет в качестве... А, у них, кстати, наверное, будет в качестве звездочки эта мусорская подмога. Пайлин. Огонь мешает нормально комбить. Так, не попал. Слышь, полегче. Угу! Можно, можно доджить, короче, вот в таком комбо этот огонь. Блин, Блейз топчик. Надо просто немножко научиться за нее комбить. Все. Вайфу. Новая вайфу. Тут танцовщица коп, а в танцах тёлок много конкуренции было. Вот опыт работы с бабами. Рюзская красава, хорошая теория. Как у нее красивый волос развивается. Так бы и намотал на кулак. Какой-то злой реверс. Просто злодей. Просто злодей. Как такое можно говорить про Блейз? Что? У Адама, да, я пытался. Мне наоборот сняли пол хп. Адам, короче, посос. Посос. Но к ней особо не подкрадешься, наверное. Еще бы. Сразу тебе свертухи, короче, даст. Подножку.
Как бы босс лох, но сам факт раздражает. Есть такое, да. Если ты про нору. Расслабил булки, получил промеж булки. Логично, справедливо. О, привет, скелетик. Какой раз уже проходишь эту игру и сколькими персами проходить будешь? В общем, я прошел игру, наверное, раз 6-7, наверное, от силы. Если считать на одного. На двоих там будет побольше, за десяток точно. Но я сейчас прошел за Адама, Акселя, Флойда. Вот сейчас пройдем Блейз и пройдем еще эту, как Черри. За всех персонажей хочу пройти. Обычно на ровном месте все жизни сливаются, а потом героически тащим на последний пол игры. Да-да-да. У меня так всегда на стримах, как обычно, да. Только так, не по-другому, никак иначе. Мне нравится, как на заднем фоне мента в рынке огревает баба пощечинами. Да-да-да, тоже всегда с этого, короче, проигрываю. Тут вообще, кстати, постарались над всякими задниками, фонами и так далее. Молодцы, короче. Дизайнеры тут вообще просто на славу постарались. Я, кстати, тут тоже первую жизнь стримил, причем максимально тупо. Ножом открыл себе мясо в бочке, дэшем побежал к нему, спамил кнопку подбора. И меня все равно убил Пикадор с шокером. А вот это, вот тут непонятно, проблема в Пикадоре с шокером или проблема сраного дэша у Адама, блин. Вот тут надо еще подумать. Мне кажется, у Адама дэш просто говно. Ну а так, это вообще самое сложное на этом уровне. Вот это тут место как раз с дыркой, с этим... с курицей там, чтобы его нормально взять. Блин, я же мог тогда даже звездочку завязать. Так обидно, жизнь слил. У меня в качестве звезды подмога, причем АЕ большое. Это хорошо, это хорошо. Вернули, короче, механику с мусорской подмогой. Это хорошо. Тут еще кто хз, так кто кого намотает. Реверси, короче, лысый, но она все равно намотает его волосы на кулак. Хотя я не знаю, как Реверси выглядит, если честно. Так, пацаны, не подходим. Стоим в сторонке. Смотреть можно, руками не трогать. А ачивки все выбил? Хотя нет, раз еще персом проходил. Не, не все. Но я выбил, по крайней мере, ачивку за 5 миллионов. Мне осталась ачивка, ну вот, за персонажей. Потом ачивка пройти какой-нибудь уровень на S-ранг. Или все уровни на S-ранг, точно не помню. И какая-то скрытая ачивка. Я не знаю, что это за ачивка такая, но есть, короче, какая-то скрытая. Поэтому пока еще не все. Ну вот, потихоньку. Выбиваем. Не знаю, мне просто не нравятся вот эти долбанные ачивки, типа «О, пройдите на S-ранг». А что такое «пройдите на S-ранг»? «Пройдите на S-ранг» — это пройдите вообще ноу-дамаг, весь уровень. Желательно набивая побольше комбо. Ну, может, конечно, не совсем ноу-дамаг, но это придется типа, задротить. Это неинтересно, блин. Вот, реально неинтересно. Хотя можно, конечно, какой-нибудь первый уровень попробовать там задрочить по максимуму и пройти и получить ачивку. Но если там... На все уровни придется в каждом уровне получить ачивку, ну не ачивку, это ранг S, то я... Не, мне такое не нравится. Так, петухи запели. Петушиный трек на петушином уровне. Адам напоминает Уилла Кузнецова в молодые годы. Кто такой Уилл Кузнецов? А, Уилл Смит, все, я понял. Я вспомнил, да, эту шутку твою про Кузнецова. Не, Адам топчик. Эти его полароиды просто. Особенно клевая история у дизайнера, как они рисовали эти очки у Адама. Да, то есть типа оригинальный спрайт из первой части, он такой, не слишком детализированный, да, не слишком прорисованный. И вот глаза, они как бы у него выглядят такими немножко черными. И действительно, если издалека так смотреть, то кажется, как будто у него очки. И дизайнер решил запилить ему очки, как дань уважения вот к этим вот старым спрайтикам. Получилось достаточно круто. Меня такие вещи вообще всегда прикалывают. Ай, тихо. Девочки, спокойно. Так. Идите нахер. Все, умирайте. Сами.
Ай, я там не взял. Ладно. Там вроде на победу попытки подбора, я уже просто ходил обычным шагом, спамил подбор, а он не сработал. Тогда да, тогда в пикадорах, скорее всего, да, проблема. Обидно. Ну, переиграешь, если сольешься. Эх, это правда. Если солюсь, переиграю. Придется, придется, как говорится. Да, я и не против, мне нравится за Блейз играть. Вот за Адама как-то не особо охота, конечно, переигрывать. А за Блейз, почему бы и нет? И я сейчас умираю, да? Блять. А я же нажал звездочку, по-моему. Полный пидорас придумал эту хуйню. Соснярская отсосная хуйня ебаная. Да отъебитесь вы от меня, хуи ебаные, блять. Ух, успел! Отвали нахуй, пидор ебаный, блять. Блять, ну этот кривой уебок не умеет двигаться нормально, блять. Давайте разорвем жопу. Покомментирую, пока наш бой, да? Покупайте все, блядь! Охуенная, блядь, игра для детей, нахуй, блядь. Игра года, блядь, покупайте, берем все! Вы что, разорот, погнали, нахуй! Ёбаный рот! О, сам Сергей Сполан пришел. И заказал рекламу от Сполана. Здорово, Серег. Фу, блядь, жесть, ну я как-то выжил. Так, что я там еще не успел прочитать? Так, подмогу классических персов с первой части тоже. Ну, я имею в виду, что вернули как вот бы так нормального персонажа с четверки. Я уже не лысый, я оброс за 2 месяца, как Эмарь. Кипарь, короче. Эмари, они побритые. Короче, я не знаю, как читать, если все сейчас... Ну, вы поняли. Все уровни на S-ранг я ебал проходить. Да, я тоже ебал. Я надеюсь, что такого нет. Осталось пройти уровень на S-ранг. А у меня борода на лице. А у меня тоже немножко есть. Ну там, наверное, про курицу, где в музее курицу дотащить до склада, это одна из скрытых. А, да? О, так сейчас тогда сделаем ее. Тут как раз Эль Чупакабр просил это сделать. Я один уровень, один строй на мане умудрился пройти на S-ранг. Сам не понял как. И все. Так, ладно, погнали. Попозже чатик почитай, ребят. Здорово, Никита Андрушкевич. Добро пожаловать. Хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Так, сейчас очень аккуратно. Очень аккуратно. Там будет яблочко. Ёбаный рот! Это магазин. Ты дилер, дурак, фьербол, считай факт, ты чё, долбоёб? Тости! Взорвался нахуй, Тости! Бля, пацаны, вы там комбите просто как боженьки. А как за Блейз тут? Ай, тихо. Так, всех в помойку, феминисток. Блин, тащу на этом месте как первый раз на самом деле. Когда мало хп, приходится тащить. Ручкой тыкать. Ай, блин. Я выбил все ачивки, пусть не ренят мой комплит своим делце. Минутка гордости, типа, красавчик. Топер, молодца. Это игра полная жопа. Блядь. Так, если что там, ребят, не обижайтесь, если что-то не прочитал, чатик уже уехал. А тащить-то надо, надо тащить. Водка. Хорошо. Нет! Я дебил. Короче, какой-то фейл-ран у меня сегодня.
за плейс. Второй автомат сломал. Не сломал, точнее, а просрал, получается. Да ладно, там все равно всего лишь звездочку дают, блин. Да хватит! Блейз даже... даже кием, короче, всех рубит. Так, сейчас главная феминистка вышла. Рубит как ножом. Ладно, курочка главная. Главное не всрать жизнь. Все, остальное все пофиг. Так, тихо. Какого хрена ты не баунсишься? Иди сюда. Иди сюда, по-хорошему тебя прошу. Я промазал. Тихо. Лови. Ай! Блин, по ним второй удар промахивается, какого черта? Все решил сам с собой поиграть. А скажи, что сложнее, проходить игры на высокий ранг или тащить игру без смертей? Не люблю, кстати, такие ачивки. Если конкретно игры, то за игры, к сожалению, за все я так сказать не могу. Но тут все от игры зависит. Не знаю, слушай, сложный вопрос на самом деле. Потому что обычно высокий ранг это как раз и есть то, что называется проходить без смертей. Поэтому, наверное, это все примерно равнозначно. Я правда не знаю, вот взять, наверное, какую-нибудь контру... Shattered Soldier. Там вообще бесстыдинг. За высокий ранг. И там вообще, наверное, жесть. Надо всю игру проходить там практически без смертей. Ой, не по таймингу. Так, я что-то туплю. Промазал. Ух ты, а он что-то меня... Он что-то меня гасит. И я промазал. Слышь, братан. Ты что такой злой? Так, яблочко сразу забираем. Блин, за Блейз вообще все другие тактики, все не работает. Да как она промахивается-то? Так, не ломайте мотоциклы, это не ваша собственность. Сейчас повылазят тут. Вот, вот мотоцикл Барбона можно сломать. Иди сюда, сейчас будем твой мотоцикл ломать. Только не мной, а тобой. Так, пошли нахер. От меня. Тихо. Блин, сложно, сложно. Еще эти твари повылазили. Жесть! Тихо! Нет! Блин, я сдох на барбоне, кошмар! Кошмар! Слушайте, реально тяжело за Блейз играть, черт. Надо, конечно, было делать, наверное, этот Defense Special, но сложно, черт. Блин, вторую жизнь слил. Так что, возможно, будет вторая попытка. Удари рекламу Зельда, а то мало ли отбитые на голову зарепортят и бан получишь. Ой, насрать, слушай, дружище. Слушай, просто насрать. Забанят, значит, перестану стримить. Там уже не столько народу меня смотрит много, чтобы это репортить. Ну, если что, скажем, это не я, это все сполно, это не я. Бодипозитив, да. Я хотел бахнуть с рекламой про Зельду. Тиспоковый. У тебя задержка. Кстати, я не досмотрел вчера предыдущий стрим, ты смог затащить ремейк? Не, к сожалению, нет. Я дошел до последнего уровня, и там меня просто нагнули. Я, правда, затащил его потом на изи, чтобы открыть магазин по-быстрому.
Но манию я там не затащил. Только страшно, жратвы в баре стыдно сливаться. Ну да, в баре там нормально, а вот, блин, на выходе барбон что-то меня, короче, нормально нахерачил. Там есть секретный бонус ролик за S-ранг, но это больше бонус. Точно бонус? Потому что мне кто-то говорил, что в Shattered Soldier S-ранг это true ending. В стриме видел Shattered Soldier, сам не играл, но говорили, что бесстыдинг надо прям перфектом проходить. Ну вот да, вот это как раз о том, о чем я и говорю. Что получается, хочешь пройти на S-ранг, то проходи без смертей. То есть они как бы где-то близко находятся, то есть считай одно и то же. А чтобы на хорошую концовку пройти, надо вроде A-ранг. Ну ладно, я тут не шарю, просто решил привести в пример. Знаем, это секретный ролик. Да, кстати, это секретный ролик вообще не стоит того, чтобы его это самое на него проходить. Хуйня ебаная. Да отъебитесь вы от меня, хуи ебаные, блять. А чё, весело, блять? Отвали нахуй, пидор ебаный, блять. Это кривой уебок не умеет двигаться нормально, блять. Давайте разорвем жопу игрокам. Ой, блядь, зерна, блядь, тихо. Два, нахуй. Покупайте все, блядь. Охуенная, блядь, игра для детей, нахуй, блядь. Игра года, блядь, водка. Покупайте меня все. Реверси бахнул водки под сполом, и все. Он смог это сделать. Да, блин, тихо. Слушай, все труднее и труднее, короче, становится играть за плейс, прям реально. Как-то безопасно, я пока не очень понимаю, как комбить за нее. Ладно, эти ногастые Франсисы, короче, пиздюки, они постоянно доставляли тут проблем. Барбон у меня вторую жизнь забрал, я так и не понял, что с вертухой делать. Но я обычно либо уворачиваюсь, либо перепрыгиваю, либо мне просто хватает... Ебать, что это такое за антикросап был? Просто дерзкий, я не знаю. Это явно какой-то босс Донованов был. Чтобы так среагировать, это, конечно, жесть. Хотя вот, кстати, да, какого хрена она не бросает? Вот вчера такая же фигня была. Я нажимаю назад удар, а она у меня не бросает. Непонятно. Непонятно. Держи знак. Дружище, смотрю, у тебя кирпича нет. Держи кирпич. Макс и мисс Y перепрыгивать получалось как-то. Ну вот, видите. Так, а где все клипы? А что с клипами случилось? Клипы все есть. Абу-дабу-дады, все есть. Или что, у меня клипы выпилили? Может, у тебя там стоит за 7 дней? Посмотри фильтр, у тебя может стоит типа последние клипы за 7 дней. Надо за все время поставить. ТСВ, привет, дружище. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо на добром слове. Добиваем сор. Надо добить до выхода DLC всех персонажей. И бонусом еще постараться. Вот опять! Я нажал бросок, а она сделала удар назад. Что за фигня? Надо еще бонусом какого-нибудь персонажа классического будет. Тоже за него пройти. Из третьей части и показать, какие они имбовые тут. Так, ничего не пропустил? Так. А вот в Neo Contra есть бонус за S-ранг без контов. Ну, короче, блин, все эти ранги... Мне не нравятся. Все эти ранги мне не нравятся. Это какая-то дрочильная, тупо... Как это правильно сказать-то? Чтоб никого не обидеть. Это уже просто для тех, кому нравится перфекционизм, так сказать. Кому не хватило... Не, вот так лучше. Кому не хватило просто прохождения. Кому хочется поиграть побольше, чтобы был стимул проходить. Вот можно проходить на ранге тогда. Да что? Какого чё? Что? Вы чё издеваетесь? Как? Как я сейчас... Чего? Это вообще возможно? Это вообще законно? Чтобы вот так вот умирать. Блин, ну Блейз, походу, дело слишком долгий стартап. Вот бросает вот СК.
Блин, жесть. Ну ладно, хер с ним, ладно. Значит, будет вторая попытка, если что. Да тащим, тащим. Есть же ачивка разбить целую бутылку Анору и разбить все мотики в бою с Барбоном. Ну все мотики-то я разбивал, а целую бутылку Анору? Серьезно? Это тоже, наверное, какое-то скрытое достижение. Чуть не помню такого. Целую бутылку Анору разбить. Она там вообще на уровне появляется, эта бутылка? Вроде нету. Так, пацаны, идите сюда. Смотрите, какая деваха. Сюда идите. Истинная концовка Shattered Solar это дешманский видос, где Билл дерется со Спаркстером в маленьком окне. Да-да-да-да-да. А там еще какие-то наркоманские были в Neo Country, по-моему. Блин, я забыл взять Саю. Теперь придется, наверное, с ними всеми драться, да? А, не придется, ладно. Жир такой, бежит жир. А вы-то откуда вылезли? Блин, ну Блейз, конечно, бросает-то хорошо. Вот бросать этих кикбоксеров за Блейз прям приятно. Лежать. Ой. Так. Ладно, тут будет два яблочка. Ничего страшного. У Сереги уже нет тех эмоций, приходится виртуально и зайд постарел. Оп! Оп! Опы! Опы! Оп! Не говори оп, пока гоп. Оп. Так, с ними, по идее, это не должно быть проблем. Я, конечно, если бы оно был один был бы, я бы, наверное, попробовал какую-то штуку. Ну, ладно, так как два. Нафиг, рисковать не хочу. Можно покомбить ими, я думаю. Ты промазал. Инвульчик. Инвульчик подъехал. Оп. Оп. Да. Так, мой проеб. Признаю. Нет, только не так. Да блин, а чё она не бросает? Странно. Я же вроде правильно нажимаю. Клипа за все время поставить. Ух, вернулась. Гара, ты что спереживался? Столько клипов делал, а ты все пропала. Тот Versus R2 более имбовый, скорее Versus R3 кастрированный. Их что, с патчем пофиксили, что ли? Может, их с патчем как-то порезали? Потому что наоборот же все было. Они бегать могут, у них перекаты, у них огромный просто дамаг серии. Вот по поводу концовых в контре. Да, кстати, там. У врагов тут уже есть резкие атаки. А, у врагов тут очень резкие атаки. Да ладно, к этому привыкаешь. Блейз на мясо пустили на кухне. Ну да, миска-то у нее, смотрите, нормально. Хотя такое жалко на мясо пускать. А, ты, наверное, имел в виду по кругу. Блейз хорошая крыка. Слегка жаль, но кухня важнее. Бутылка есть в комнате. Снизу на полу, да? Снизу стола, ага. Блин, не замечал. Neo Country там, да, ягуар зарубает землю пополам и потом с билом полуговую плавает в космосе. Эй, парень, ты меня бросить решила? Да она тут всех бросила вообще. Шлюха сраная просто. С каждым потусила и бросила.
Сегодня пересматривал вчерашний стрим, ты прохождение Story Make обрезал, которое после прохождения Адама было. Да, я это самое обрезал, потому что банально... Ну, там не на что смотреть. Не на что смотреть. Я там ничего не прошел, и там ничего интересного нет. Здорово, Михалыч. Ну так, наполовинку сосем. На полшишечки. The Blaze пока непривычно, поэтому не очень так, да, хорошо получается. Тихо. Ну, так себе. Так себе. Можно бы лучше здесь сделать, конечно. Ну, по крайней мере, по моим ощущениям, я разницы не заметил. Персусор 2 можно тупо спамить спешалы, так как в оригинале отнимают всего пищу здоровья, которую можно восстановить, а у Персусор 3 бег и перекатывают, вообще погоду не делают. Ладно, потом потестим это. Я потому что много-то не играл, за них как бы не проходил. Но мне показалось, что персы вообще... Да вообще ретро-персы какие-то имбовые. За исключением персов из первой части, так как им даже банально не завезли какие-нибудь спешалы. У них просто ничего нет. Вообще ничего. То есть обычно вот эти приемы из первой части. Даже в Story ремейке, мало того, что перерисовали всех, так они добавили спешалы. А в этой части почему-то они решили, ну типа, ну ок, типа, пускай и так играют. Почему так сделали, непонятно. Поэтому персы с первой части меня вообще не интересуют. Мало того, что они бесполезные, так они еще и выглядят как кусок говна. Они хотя бы могли спрайт как-то улучшить, хотя бы растянуть его, я не знаю. А он выглядит просто какой-то кашей из пикселей, такой, что? Ну, как бы это оригинальные спрайты, и на Сеге-то они смотрелись, на Мегадрайве они смотрелись прям хорошо. Да, а вот как бы здесь, когда у тебя Full HD и все дела, ты так, чего? Ай, тихо. Не успел. Что? Что? Тихо! Я что-то... Я какую-то хуйню сейчас нажал! Тихо! Жри, блять! О-о-о! Я случайно не то нажал! Ладно, это было очень опасно, конечно, капец! Но длилось это, судя по тому, 10,5 часов. Да, так и есть. Так и есть. Ну, я там некоторые попытки там пытался сделать. То 5.1 смотрел, потом 5.2 смотрел, потом там манию пытался пройти, потом решил открыть по-быстренькому магазин, посмотреть на курточку. Точнее, не на курточку, а на Блейз в курточке. А еще я подумал, что у нее там не курточка, а курочка. И, короче, там получилось 10,5 часов, я сам не заметил как. Михалыч СВЧ опять не здоровается. Ну, вот это его сосешь, это и есть, типа, привет. Привет, го, пососемся. Какая самая сложная истинная концовка, которая тебе давалась, которую ты можешь вспомнить? Thunder Force 4. Thunder Force 4 на маньяке. Это вообще, в принципе, самая сложная игра, которую я когда-либо проходил. Так, музлон. Ах ты ж, сука, вырываешься, да? Самый умный, да, типа? Ну-ка, а его можно комбить? Его можно нормально комбить! Ну как нормально? Так себе, конечно. Но по урону хотя бы нормально получается. Да хватит прыгать, попрыгунчик! Тихо. Не то комбо получается какой-то. Тихо, и сюда. Да как? Как я промазал? Опять? Что? Что-то с хитбоксами что ли не так? Или я что-то нажимаю не так? Блейз, ты меня потихонечку разочаровываешь. Не, наверное, я все-таки неправильно что-то нажимаю.
Ладно, Шива это изи все-таки. Шива это все-таки изи. Даже за плейс. Нетренированный. Нетренированный плейс даже. Михалыч, его по кругу пустили на кухню тут, пока проходил. Не меня, а Блейз. Меня никто не пускал. Персы 41 мощные? Как они могут быть мощные? Серьезно? Этих персов просто подкрутили так, чтобы пройти можно было, никак не адаптировано для данной игры. Да, это правда. Это правда. Ну и прикрутили для верности. Так, короче, блин. Отстой. Я типа слов тут уровни завезли. Пока ничего не завезли. Это оригинал, это не DLC. Еле пережил птицы первый перед Шивой. Персонажей меньше, потому что 2D спрайт рисовать сложнее. Ну. Ну уж извините, блин. Могли бы того вообще не добавлять. Но, кстати, когда подрубаешь ретро-фильтр тут, да, тут есть какой-то свой собственный ретро-фильтр, то спрайты хотя бы более-менее нормально становятся смотреть, уже не как мешанина. Но зато все остальное превращается в говно. Так, ну чё, это проверка на вшивость. Ой, не на вшивость вообще. В принципе, проверка, короче. Могу я дальше пройти или нет? Если пройдем без смертей... этот уровень, то это будет заявочка. О, да, кстати, приходи, а то у меня там ретро-микромашинки из реквестов, поэтому давай, да, Хаганы, как раз там по списку. Да простит меня Гаррет. Но думаю, Хаганы быстро пройдем, и там потом будут микромашинки. Смотрите, какой город, блин, охрененный на фоне. Просто охренительный. Знаю я твою быстро. Все знают. Что я очень люблю быстро проходить игры. Там примерно по 10 часов. Так, мочитесь. Вот они бы еще шокеров так убивали. Очень аккуратненько играем. Так, вот с шокером иди. Иди с шокером дерись, блин. Пиздюк мелкий. Хорош! Так, ну ладно, более-менее. Я, короче, завтра, наверное, часов в 6 начну. Часов в 6-7. Ну, как сегодня. Вот как проснусь. Проснусь, покушаю. Схожу в душ. Ай, блин. Блин, скорее всего, я все-таки не вывезу. Ладно, жизнь дали, в принципе, пойдет. Конечно, сейчас уже будет босс. Сейчас как-нибудь постараюсь. Сейчас, ребятки, уровень то пройду, почитаю чатик. Эстель, иди нахер.
Тебя никто не любит. Пока ты в DLC не вышла. Ладно, забираю нафиг. Пошла нахуй, нет? Да пошла нахуй, вот так, да. Все, умри. Фух. Так, ну все, это заявочка. Фух. Без смертей пройден этот уровень. О, жесть. Так. Перейдем пока дух, почитаем чатик. Кстати, заглял бедняк. Может, это твой долошок опять подсирает в твою кашу? Не знаю, может быть. Ну, думаю, вряд ли. А есть видео, как Йова по кругу пускает мне для друга? Ну, перемотай стрим там где-то на минут 15 назад. Ты вчера говорил, что саундтрек Sora Remake на виниле продают, а с четвертой части на носителях продают тоже? Вот тут, к сожалению, я не знаю. Тут, к сожалению, я не знаю. Но, скорее всего, на диске должно быть. Все остальное, да, с ретрофильтом просто капец, да. Так, Каган, я ответил. Японку или американку? Я не знаю, есть разница в реверсе, в японке или американке? Так, завтра я начну, короче, да, часов 6-7. Японка с ограниченными контами, и еще японка дешевле на рынке кариков. Ну, покупать же я ее точно не буду. Наверное, тогда американку возьмем, если она... с бесконечными контами, чтобы прям уж наверняка затащить. Я думал, начнешь как опять, когда я на работе. Не-не-не, я, блин, я сегодня опять усну, наверное, в 5 про или в 6. Я купил ее за 3, сейчас она дороже 60, 6 тысяч. Обалдеть. Слушай, клево. Отличное вложение, я тебе скажу. Можно, короче, покупать игры, вкладываться в них, потом продавать. Инвестируешь в ретро-игры. Реверс у нас брокер. Хорошее вложение в ретро-игры, особенно если они редкие. С каждым годом все дороже. Блин, я бы купил себе какую-нибудь Battlemania, Дайджин Джоу. Дайджин Джоу. Вот, и да, вот она бы, наверное, такой подорожала. А я бы еще покайфовал, поиграл бы на ней с консольки. Сука, мне охота покупать контроллер ТПК, чтобы копию шпилить Вайзека. А зачем тебе контроллер, чтобы копию шпилить Вайзека? Может, лишь на клаве? Мы, кстати, играли недавно, стримили. Нормально работает. Правда, единственное, что на бесте десинк произошел. Но там непонятно, из-за чего было. STL топ, да. У меня STL ассоциируется прямо с Кэми и Street Fighter. Хочу взять себе Hyper Eerie и Shadowrun на SNES'е. О, господи, да ты миллионер. Хотелось бы японский Runesaber, но его нет в Японии, хотя делали японцы. Как это? Да по-любому там все перекупили. Сейчас же перекупщики добрались до японских аукционов, явку, и все, жопа там. Карики начали рожать. Тащи курочку, да. Сейчас попробуем дотащить. Про King of Demons вообще молчу. Он стоит 70к. Да, хуйня, изи. Там, подумаешь, месячная зарплата. Ага, курицу сейчас тащить. У Blaze классная суперка в воздухе. Она обалденная просто, мне очень нравится. Получается, не забывать ее класть на землю, чтобы не пропала. В этом и вся суть этих дорогих лотов на ауках, вложение на будущее. Ну, типа того, да. Ну, я, честно говоря, это все так не рассматриваю, как вложение. Карики для SNES пизда. Да, и SNES тоже пизда. Поиск ремейки был круче, хотя тут тоже прикольно. Да нормальный, нормальный поезд. Так, погнали, короче. Погнали, пацаны. Блять, лол. Ну ладно, так тоже пойдет.
Блин, как-то аккуратненько надо. Одну главное, да, убить. Хорош. Заджаглила свою подругу. Лол. Ладно, так тоже пойдет. Хотя не, не пойдет. Она не умерла. Так, аккуратничаем, аккуратничаем. Так, сейчас будут пацаны, которые молятся на курочку. Культ курочки. Так, главное ее не забыть. Вот все хотят полапать Блейз. Все хотят полапать Блейз. Я рассказал. Смотреть можно, трогать нельзя. Руки убрали. Ай, блин, в огонь. А, тихо. Блин. Тихо. У меня как-то все пошло не по плану из этой курочки. Нужно ж просто наверх было уйти. Они бы тут от огня сами сдохли. Да, хватит. Вот и сдохни. Можно под секаном вот так вот делать. Нормально, мне нравится. Так, тихо, аккура. Главное ей еще не запульнуть. Ни в кого. Вы настройки Айзека на коопе через Remote Play или все с клав играли? Не, мы играли, короче, через NetStart и да, на клавиатурах. Ну, я точно играл на клаве. Remote Play нафиг. Remote Play нафиг. Так, ладно, сделаем просто вот так. Пожалуй. Блин, эту курицу надо носить явно не на мании. Эту чипку надо выбивать явно не на мании. Ладно, в этот раз у меня хотя бы более-менее тактика с этой кислотой получилась на кикбоксерах. Большинство из них все-таки сдохло. Так, ну, в принципе, неплохо, пока идем. Не кидай, просто клади. Я пытаюсь! Я пытаюсь просто лазить. Это не так просто, на самом деле, как кажется. Так, и надо именно в босса, да, запульнуть? Окей. А, кстати, а если я в игровой автомат зайду, курочка не исчезнет случайно? Кто-нибудь проверял цены? Не должна, по идее. Давайте не будем проверять. Все равно я там шиву не пройду. Так, ну чё, подруги, как ваши дела? Ой, кто-то взорвался. Токсики, блядь, ебаные, умрите.
Блин, только одну зацепила. Нет, не надо в курочку кидаться кислотой, не надо. Ай. Как же курочку потом кушать-то? Токсичная курочка. Я просто прийти себе на склад, и ачивка будет. А, хорошо. Но надо все равно в босса закинуть. Обязательно. Так, сейчас аккуратненько. Оп-оп-оп. Жопой все собрали. Блин, ну вы, наверное, не увидите, как я получу эту ачивку, потому что... Хотя, сейчас увидите. Вот. Окей. О, все. Нормуль. Поставила захват сторонних оверлеев по бейсу. Так, пошел. Нахуй. Так, вот так сделаем. Лол, пытаюсь выкинуть гранату и сам же ее ловлю в воздухе, когда сам выкинул. Алтет, атлет. Так. Где моя ачивка? Ей, ачивочка. Блин, я хочу босса проверить, как бы... Убивает ли это правда, что она убивает босса с одного удара? Поэтому не будем заходить в автомат игровой. Все равно босс такой себе. Несложно, дофига. Ну чё? Давайте чекнем. Музон в этом уровне топ. Хороший, да, мне тоже нравится. Сегодня попробуешь робота-люстру убить на последний? Давай попробуем, да. Нет, это пил пиздёж, что она убивает с одного удара, блин, целого босса. Ну, в принципе, отняла, кстати, хорошо. Где-то полторы полоски, так она точно отняла. Ладно, это стоило того проверить. В принципе, не так сложно на самом деле было донести. Так, сваливаем из кислоты. Ай, не попал. Жаль, нельзя брать бочки за Флойда, например, кидать. Мне это немного расстроило. Ой, я читаю и сам в кислоте стою. Блин, бочки за Флойда? Ну это было бы, конечно, вообще имба. Я не знаю, это было бы такая имба. Кидать бочки. Ну это было бы круто. Это было бы круто. Может быть, в DLC добавят? Ой. Так, сейчас надо курицу забрать. Выйди из угла. Ты больше не наказан. Выходи. 1000 очков. А кто это сказал? Я тоже кидал босса, отняла столько же... Хотя армора не было. А, я где-то читал об этом. Я где-то об этом читал. Я не помню конкретно. Может, кто-то в чатике сказал, конечно, хрен знает. Но я, по-моему, я это где-то прочитал. Что, типа, если донести курицу до босса и кинуть ее, то босс умирает сразу же. Но это было бы, кстати, реально прикольно. Блин, почему они так не сделали? Это было бы вполне... логично, типа, что-то. Так, что там пишете? Хотя если посидеть на вахте, как сейчас, 3 месяца, то можно. Так. Потому что сразу на такую сумму не решусь. Ну это жесть, да. Ну можно попробовать, кстати, робота сегодня люстру убить.
Хотя это не моя тактика, но можно, в принципе, попробовать. Посмотрим, давай ТСВ посмотрим, как будет по ХП. Если будет жизни нормально, то можно будет попробовать. Если будет одна-две жизни, то не будем рисковать. Кату я выпал, так что можно пускаться во все тяжкие и тратить бабло. О, реверси, грац, грац. Поздравляю. Теперь ты больше не раб. Тут главное скидывать ее на месте. Так, так, так. Как там Викубович Марио было? Все кури, кошка, кошечка, а мои яйки несет. Ох, важная информация. Купил King of Demons, сразу две бутылки водки или вискаря, чтобы не чувствовать себя ущербным дебилом. Да ладно, это ж вложение в будущее. Кто-то вот инвестирует в будущую победу, а ты инвестируешь в карики. Забей на автомат, тогда уже забьет. Так, я просто не знаю, на что в этой жизни тратить деньги, мне нихуя не надо. Ты знаешь, когда ты копишь себе бабки на квартиру, то у тебя резко появляется куча вещей, которые ты хочешь купить в этой жизни. Вот у меня так, вот так вот сейчас. Так что... Бери еще одну ипотеку. Сразу же найдешь, куда тратить. Так, ну ладно. Рэперная точка номер два. Пройдем здесь нормально без смертей. Это может быть заявочка. Да вы задрали. Так скользко. Ух, ладно. Так, а где-то яблочко же было вроде, не? Да, вот. Сюда подошел. Сюда. Ноге, блядь, раб. Кевин. Кевин МакАлистер. И госпожа говорит подойти, сюда подошел. Вот, а вы с вашими Димитреску. Вот, вот настоящая милфа. Аккуратненько, короче, будем играть. Сейчас будет забавно. Как раз оружие для Блейз. Ладно, какая-то фигня получилась. Да почему ты не бросаешь, Блейз? Ну почему? Не, бросочки у Блейз классные, блин. Бросочки все-таки классные. Чистит, чистит, да. Правда, тут не вилка, а швабра, но, в принципе, подходит. Я сейчас, если что, все это время еще и курил. Чтобы вы понимали. Просто, блядь, сука, взял швабру и озверел. Сейчас всех пойдем пиздить. Та-ра-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Ух ты, мразь! Ух ты, мразь! Тихо, тихо, тихо. Блок он тут ставит. Чё за хуйня? Полось меня! Кстати, жизнь дали, я что-то ж не заметил. Нафиг берем. Блин, он блок ставит, зараза. Нет, вот тут уж точно не хочу умирать.
А придется. Сейчас, конечно, яблочко выпадет. Дайте, 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 быстрее. Что так потно-то? Ладно. Нет, я не успел завязать звезду. Короче, в жопу вас. Вы еще и звездочку блочить умеете? Блять, они меня насилуют. Жесть, сложно? The Blaze тут так сложно это место проходить, а жесть. Я не знаю, что тут такого делать. А, еще и швабра не работала. Это все швабры нерабочие. Блейз не умеет обращаться со шваброй. Ну что за женщина? Все, она из вайфу превратилась, развайфилась, короче. Нафига мне нужна баба, которая не умеет убивать швабры и мужиков? Блокируй мои удары, сука, ебай, не знаю, что любишь принимать удары. Блять, ну тут минус жизнь уже. Ай, зараза. Сейчас будет еще и лифт. То прошиварка вообще близко к дракам подпускать нельзя. Ладно, девушки, если вы меня вдруг смотрите, что равняется примерно нулю. Это все шутки. Мы вас любим. Особенно, когда вы умеете выбирать пол. Так, ломаем окна. Так, Блейз к окнам тоже не подпускать. Окна она явно мыть не умеет. Тихо! Чуть не выпрыгнул. Так, теперь с этой стороны главное сломать. Тебя может не ломать с той стороны? Она, в принципе, так выкидывает хорошо. Сука. Охуевший. Папкин внук, блядь. А, стоп, стоп, стоп. Пока. Пока. Привет. Пока. Пошли нахуй. Да чтоб тебя. Блин, это окно все-таки тоже надо открывать. Да, блин, с одним окном сложно получается. Ладно, хотя бы так. Блин. Так хорошо шел, так хорошо шел. Блин, и под конец жирный, конечно, затроллили. Ладно, главное, что не слил жизнь. Сейчас надо постараться очень сильно. На максе. Главное, сейчас успеть взять. Что-то. И не в рот.
Нормально вообще так. Так, вверх, вниз. Ай. Где? Я не вижу. Блин, я не видел. Как ты перебил? Ты что, такой урон маленький по максу? Капец. Что? Ты чё, блядь, охуел? А как же чардж? Не успел, неудачно получилось. Тихо! Давай ты не будешь меня убивать, ладно, под самый конец. Фух, нормально. Уверенно. И без смертей. Отлично. Блин, ну такая необязательная смерть была. Блин. Все ж так хорошо получилось, но долбанная смерть с этой шваброй. Ну как? Черт, я не ожидал, что Блейз такая хреновая домохозяйка. Давайте сейчас перевести дух. Почитать чат, покурить. Это заявочка пока. Может, на мане хп у боссов больше? Слушай, не знаю. Наверное, больше, кстати. Как вариант, действительно, может, на нормале убивает. Может быть. До спидрани берут куру с собой для этого и вроде не бросает, а... Чё? Урарит? Так тут два босса, сразу не убьешь обоих. Я, видимо, что-то вообще, блин, отстал от жизни, да? Я хочу сейчас вставать буду, поеду в коме. Я же в коме на работу устроился, чтобы полярки сохранить северные... Хотя в новгородской и не прописано, что летать до Питера с утки неохота. Ну так-то нормальный план, капкан. Если ты там работаешь, можно и сдавать, да? Плохо. Там два пункта вылета в Аскар. Да? Без пятими остаться большим. Это 5 тендер. Тогда да, тогда надо сдавать. Драться в парилке, наверное, очень потно. Действительно, логично. Пусть они полируют. Звук забавный, когда кулачком наяривают. Да, когда кулачком наяривают, звук такой, да. Рюски, руки на стол, срочно. Никогда не понимал, почему три разные композиции с этого уровня в саундтреке в одну 5 минут не склеены. А я хрен знает, тоже не знаю почему. Но они есть вроде бы отдельные. По крайней мере, есть Extended Lift, точно. Есть точно Extended Lift. Когда у вас на Усмехалском саднят... пухнем, поебашим в Ниндзя Гайден. Так ты приезжай в Питер, в реверсе. В любое время бухнем и поебашим в Ниндзя Гайдена. Давай, приезжай. Он Ачпель приезжал, отлично подвесили. О, объективизация. Если нет аккаунта, то и мыть их не надо, Блейз. Слушай, она достаточно умная на самом деле, получается. И пойдут людей хотят. Здорово, Ракири. У тебя жизни на попопе шлепнуть. Я же сказал, смотреть можно, трогать нельзя. Какой шлепнуть? Клевый пролак на секции с лифтом. Да, тут очень кайфовый кашграфон. Зрители как-то халтурно нарисованы, почти все статичные, даже не двигаются. Ну, к сожалению, да. Вот тут они, тут да, тут соглашусь. Такие себе. Ну, наверное, что сделали, чтобы не отвлекало, кстати.
Вот так, слил жизнь и потащил босса. Да, супер, блин. Я слил жизнь, потащил лифт и потащил босса. Ну, как? На столе риски, отлично. Блин, на этом боссе до 700 плюс комбо делали. Ой, да господи, они там, блин, и последний у 12 уровень на S плюс ранг проходили на 1300 комбо. Нахрен, это... Задроты, задроты. Музыка склеена наверняка, чтобы на диск уместить. Ну и в целом тут треки написаны так, чтобы... Что мотив один или плавные переходы. Ну, переходы тут плавные, но мотив... Мотив вообще разный. Вот три песни, у них все по-разному. Особенно чувствуется контраст между началом уровня и лифтом. Вообще разные. Так что непонятно. Ейбер захватить, я в коробку не смог поместиться. Конечно, захватывай. С удовольствием приму в дар твои голыши. Голышей твоих. Эх, надо тебе апскейлер как-то купить. Блин, это долбанный Retro Tink X5. Который типа аналог OSSC. Только... Напрямую можно потрубать композит, то, что мне надо. Сука, он стоит 300 баксов. 300 баксов. Так резко все подорожало. Оно стоило до этого сотку евро, по-моему, там, или 120 евро, 120 долларов, что-то такое. Сейчас резко до 300 скакануло из-за долбанного из-за долбанного дефицита железа. Ненавижу это говно. Весь 12 уровень Нимконда при прерывании. Надо быть затротом высшего порядка для такого. Да, Сапер, я постил там в группу в ВК. Есть там группа, кстати, 300 Фрейдж ВКонтакте, они там постили эту хрень. Чувак там просто так орал, когда это сделал. Я дрочу на коробке, поэтому голыши, все, что могу дать. Стыдно, понимаешь? Стыдно, когда видно, так что все нормально. Ну ты выбери фистинг или ретро тинг. Хорош, Михалыч, хорош. Я, конечно, выбираю ретро тинг. Нет, ну, наверное, можно как бы выбрать фистинг, а потом купить ретро-тинг. Отличный план. Ладно, погнали. Фух, тяжело. Очень тяжело, скажу я вам. А пока тащим. Скоро, кстати, будет жизнь. Сейчас вот здесь главное на этом уровне не зафакапить. Вот с этими чудиками. Которые кидаются своими, блин, предметами. Фух. Ну, выходите. Они там что, перекидываются? Ножами перекидываются, блин. Донованы. Или мне показалось. Один такой другому кинул, тот словил, короче, и кинул в ответ. Так, забираем, 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 забираем. Коробки огонь. Блин, вообще вот, хочу потом, не знаю, может быть, сам эти боксы буду делать. Ну, вообще, да. Мне вообще все эти мануальчики, вот это вот все очень нравится. Я как-то купил себе вот Shaolin Monks лицушку. Там был мануал, я, блин, полчаса сидел разглядывал просто этот мануал. Такой кайф. Так, челик, иди сюда. Да, иди. Так, ну все, пошли гранатки. Надо их в ответочку сразу кидать. Так, сука, сарморная. Так, блин, я что-то очень, конечно, аккуратничаю, прям капец. Я стоял выше тебя! Меч, блядь, кривой. Так, главное вот этих челиков сразу выпилить.
ножами. Блин, я же разворачивался, пил. Да нет, ладно, курица есть, хорошо. Так, жир и курица. В смысле, как это, блин? Да, черт, вы рот бомбил. Что так сложно-то с ними? Охренеть, блядь, он летает. Живем? Как-то еще живем, блин. И там яблочко-то с другой стороны. Что? Он меня отбил. Мразь! Ну блин! Сложно! Зараза! Блять, да все-таки убили. Блин, я сливаюсь на каких-то странных, блин, вообще абсолютно. Хотя ладно, там жирные были. Что я жирных еще без смерти прошел. Так обидно, что-то обидно вообще. Ладно, еще, в принципе, скоро будет жизнь. Три жизни, может, хватит. Тащим. Тебе сам себя затоможит. Сука, тут. Уберите этот рон. Этот долбанный армор. Ладно. Фух. Ну. Вот, блин, вот тот момент, там бы, если бы я просто взял сраное яблочко, пошел сразу, а не обосрался. А-а-а! Опять это тупом месте слил. Есть, там так, атаки дочитал. На Донован хлопят, блин. Коопчик Донованов. Так, спасибо, что открыл. Ладно, тащим. Не будем сдаваться до конца. Может, вот фанапчик. Блин, тихо, маваши. Только не тролль. Блять! Он мне все испортил! Такое красивое комбо! Блин! Этот долбанный панк испортил такую красивую комбу! Я почти его там с пол хп бы сейчас убил. Ну и в принципе так убил. Но комбу он мне зараза, блин, сбил. Руками не трогать. Там, че там ты скинул?
О, карики. Подожди, а первое это что? Что-то знакомое. Golden Axe, Contra Hard Corps, Vampire Killer, Sonic and Knuckles. Ну, пойдет тоже. А вот первое что-то знакомое. А, это Landstalker, все, вижу. Остальные реплики. Это тоже сойдет. Выглядит, по крайней мере, красиво. А я похуй сразу предпочитаю флешак топовый взять. Не, ну флешак там это must have обязательно. Потому что, блин, как ты будешь во все игры-то играть, что будешь покупать их все время? Ну вот в коллекцию всякие такие вот штуки прикольные можно. А потом оказывается, что выпускает версию помощнее. Ой, да пофигу. Я он вообще с Алишки заказал нормально. Пропустил ты репликант, значит. Флешак хорошо, но хочется коробок. Да, хочется коробок. Мало тренил. Главное, чтобы на последнем уровне пикадоры с оружием и толстяки не затроллили. Смоки секс стайл, да-да-да. Как Devil May Cry. Было бы, если бы не заворол комбо. Это да. Как раз там, как DMC. Господи, такое адовое небо у нас сейчас в Питере. Красное. Так, выпиливаем всех сразу. Нормально так очечей набрал. На халяву, считай. Все, сейчас играем уже по-серьезному. В принципе, 3 жизни, это довольно... Должно быть достаточно, если пройти нормально этот уровень. Плюс обязательно еще одну заработаю за 210 тысяч, а там дальше уже как получится. Да черт. Какие ж твари, а? Так, выпиливай. Не получилось опять. Фу. Я, блядь, все ботинки насквозь промочил. Не держит воду вообще. Давай, ножки в тазик тепленький. Пивко. И нормально. Или горячий чаек. Так, косые бабы. Сейчас. Черт, тут я попал, ладно. Так, палку главное выбить сразу. Да обалдеть, как только я сказал, что они косые, они резко стали точными. Ладно, убиваем тогда их сразу. Ковыряем. Ковырялка. Так, я на экран заскролился, там что-то, по-моему, было же. О, не-не-не-не-не, тихо. Пошел нахуй. Своим шокером. Блин, я не заметил, что она еще живая. А, их две даже. Хорошо, что яблочко не взял. Так, неплохо. Пока идем неплохо. Адовое небо звучит как название мусульманского альбома. Такое же небо, знаете, как в Bloodborne вот было. Когда уже к концу игры подходишь, когда там такой закат. Вот такое же небо сейчас у нас, адовое.
Блять, мрази. Как я вас ненавижу. Блин, жесть, они мне хп, конечно, снесли. Так, шокер, шокеры, главное, у них забираем. Вот опять, почему? Я же нажал назад, чтобы бросить. Хм. Понятно, может, это действительно что-то с джойстиком? Хотя не, вряд ли. Тащим, тащим, тащим! Я на дебенку, у нас либо обычная серая. Это в каком районе оно адовое? В этом, на Комендантском, на Богатырском сейчас вот я живу. На Коменде. В Приморском районе, короче. Да вы охуели! Просто закомбили меня пулями, алло! Друзья мои, с вами все хорошо? Ладно, забираю на всякий пожарный сразу. Блин, уроды чертовы. Своими шокерами, блин, тут. Кто вам их продает? Ладно, придется тратить, что делать. Значит, они меня тут заковыряют до смерти. Блин, и как я теперь с тёлками буду этими справляться? Дальше. Ой, хороший вопрос. Блядство, я не то нажал. Так, рано. Ладно, сейчас курочку заберем. Будет баг. Хм, перестали ходить. Сейчас только удачно бы вот этих тёлок сейчас сразу завалить. Нору. Нору, не нору. Нору. Ай, одна вырвалась, зараза. Ну, ничего страшного, есть яблочко тут, если чё. Ладно, пойдет, пойдет. В принципе, все неплохо. Я сейчас осознал, что у чувака с сочетаем изображение. Инициал Y. Ну да, 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 да. Есть такое. Так, ладно, ребят, сейчас пройдем, почитаем чатик потом.
Блин, не то нажал. Так, базука, базука. Следим. За базукой следим. Да жесть. Как он неудачно базуку все делает. Больно. Так, еще разули его поймать. Так что ты задрал своим армором? О, можно доджить. Так, ну все, дружище, тебе жопа. Если я попаду только сейчас. Попаду же. Ах ты ж мразь. Охренеть, он увернулся. Решил тут добавить интриги, да, значит. Мразь. Просто урод. Так, ну хорошо, три жизни, сейчас все четвертый дадут. Ну пока идем, конечно, идем. Уверенно достаточно. Сегодня в Петербургер их фирменный бургер взял, и неплохой он. Что такое Петербургер? Ты в Питере, что ли, Райкири? Или это какое-то заведение такое, Петербургер? Пивко еще будет, когда пойдут усы искать. Все, Михаил все никак не может свои усы найти. Я еще одному человеку слил половину голосей за помощь с приставками на сек. Откуда у тебя столько голосей? Тебе не стыдно? ОСС... Че? Про еще не вышел, ребятки. Но цена будет где-то пятихатка. Не овер 500, конечно, но пятихатка, скорее всего, будет 450-500. Все это из-за того, что сраный дефицит. Он откатился, да, засранец. Это заявка на победу, вот я надеюсь, что это заявка. Ну, в принципе, жизни должно быть достаточно. Но мистер Игрик, конечно, в конце решил чуть-чуть затроллить. Но на самом деле, я дурак, зачем-то решил нажать кнопку, когда он от меня явно уходил. Ну, блин, ну да, давайте еще здесь зафейлю. Чё так? Чё я исполняю? Что я тут исполняю вообще? Жесть! Что я сейчас там наисполнял? Интригующая Блейз. Так и назову, блин, потом прохождение. По всему экрану катаю. Что? Она меня кинула.
О, я так не могу! Так, ладно, четвертую дали. Отошла такая специально еще подальше. Бесишь. Блин, минус звездочка. Ладно, плюс жизнь. Ладно. Работаем. Здорово, Никита Карманов. Добро пожаловать. Что-то уже все по пизде пошло. Жесть, даже эти чуваки меня просто убивают. Сложно. Ладно, идем. Работаем. Ладно, попробуем реально оставить люстру. Может, робота быстрее завалим. Как я могу от этого увернуться? Ай, не попал. Поторопился чуть-чуть. Ладно, ну хотя бы один здесь без врагов. Да черт. Нормально разменялись бы. Угу. Без врагов, я сказал. Минус еще одна жизнь. Не дай бог. Фу, ладно, две жизни. С двумя жизнями еще работаем. Кажись, понял, я заранее начинаю жать назад, поэтому у меня получается удар ногой назад, а не бросок.
Блин, звездочек нет вообще. Это печаль. Да блин! Кинь ты его! Он четко увернулся, на самом деле, этим шариком своим. Жалко, они друг друга не бьют своими вот этими бабочками. Ну это жесть, конечно. Не успеваю даже подойти его в захват взять. Что за джаглили? Последний, да, остался. Так, ну сейчас главное не сдохнуть на вот этих колобках. Мы должны сами себя убить. Ребята, все очень потно, просто капец. Боюсь вообще хоть что-то сказать, чтобы концентрацию не потерять. Ну давайте. Убивайте уже друг друга. Толстяки практикуют ГГГ. Да они профессионалы в ГГГ. Ну знаете же, там полные люди, они всегда веселые, поэтому ГГГ. Всегда добрые, веселые. 20-ника еще на жизнь надо, да. Но это, скорее всего, я уже не заработаю. Так, он один, да, остался? Так, наждать, пока он ГГГ. ГГГ, делай! Ладно, 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 ладно. Молчу, молчу, молчу. Тащу, тащу ты свой, стараюсь. Сейчас будет... Конечно, самое сложное впереди, но... Фух. Стараюсь. Так, главное сейчас вот этих вот чуваков убить, да, и все. Можно нормально устраивать
девчачьи разборки. Она, кстати, нормально джаглится. Ну-ка. Поймать бы ее. Да, нормально джаглится вообще. Да, блин, не успел перед Б нажать. Ах ты электрическая. Какую-то фигню вообще сделал. Не попал. Забираем. Так, ну все, до свидания. Все, ласт босс. Да, одна сила жизни в запасе, но шансы-то есть. Если сейчас все грамотно сделать, по-человечески, выпилить сразу этого мистера Игрика. У них здесь у обоих меньше армора. Поэтому с ними драться уже не так жестко. Засранка. Сразу видно, дочь мистера Икса. Да блин, я прыгал! Вернуться, хорошо. Да черт! Так, ладно. Туда пошла. Курочка еще в запасе. Сука, я прыгал же. Вот. Курицу брать. Блин, да уйди уже в робота. Синди, лезь в сраного робота. Так, музон. Пошла нахуй отсюда. Так, надо бить робота. Как-то так. На самом деле, хреновато получилось. Так. Не, ну это заявочка, все. Это конечная для этого босса. О, у нее жизни даже не пополнили, что? Она же пополняла вроде раньше, нет? Охренеть, жизни-то не пополнились. Все, изи.
Сейчас как-нибудь красиво. Ладно, про красиво не получится, жизни закончились. Еее! First try, Blaze, на мане. Изи. И стики закончить. Фу, спасибо, ребят, за ГГ. Спасибо большое. Сейчас надо почитать, что вы там писали. А, вы там все обсуждали ОССЦ, то есть все эти дела. Обходите лейбэкста. Михалыч, у тебя там вьетнамские флешбеки уже, да, под Dark Souls? Делай бэкста. А да, ты же не мужик. И даже не из этих... Нечем бэкстап делать у Блейз, да. У Рюски, короче, это задержка, походу. Я уже прошел. Хотя мне мисс Игрик нравится. Норм попца. Ну, мисс Игрик, конечно, да, норм попца. Но с говнецой, понимаешь? Интересно, если это дети мистера Игри Икс, то кто его жена? Миссис Зет? Да, миссис Зет, по-любому. Или, может быть, миссис С? Не триггерните закон Сполана, плиз. Да нормально, я молчал сидел, поэтому закон Сполана работает только на того, кто о нем говорит. Говори губ, пока не доебали. А если не помните, то... Зовите Хроносом. Я что-то не понял. Вот, а мисс Игрик белые труселя, да. Видите, она еще пока новичок в серии, понимаешь, Рюски? Она еще пока новичок. И она не понимает, что надо труселя брать под цвет твоей одежды, чтобы вот всякие люди из чатика не смотрели, не пялились. На ней уже коричневые труселя. Сука. Да, жиденько обосрались они с мистером Игрик. Красиво затащил с прохождения. Спасибо. Да, я не сомневался. Давай теперь за черри. Слушай, я сегодня, я не знаю, мне сегодня как-то уже неохота в 44 играть. Давай черри, но потом мы ставим. Я, может быть, вот в ремейк бы еще поиграл, да. А вот в четвертую часть два раза подряд играть как-то не очень тянет слишком сильно. Сейчас затащил. Мазер за ласта. Ты затащил? Ты затащил, то красава, молодца. Но было бы лучше, если бы на нулевой жизни затащил, как все нормальные люди. Ой, знаешь, хватит, я уже ненормальный. Я уже столько раз был нормальным человеком на стриме с последней жизнью, последним пикселем хп. Хватит. Можно заводить души. Давай, заводи. Да я что-то забыл про гифку. Ничего, все нормально. Да, миссис С. Смарт С. Да вот не раскрыли ни жену Икса, ни жену Адама. Да жену Адама, это хрен с ним. Я думаю, там обычная какая-нибудь бабища. И вдруг потом оказывается, что она белая, да? Разумно срак. Бля, какая Блейз. Блейз, да. Вайфу. Все, она теперь снова вайфу. Труселя надо брать под цвет того же, чем пачкать будешь. А если ты запачкаешь в крови... Понимаешь, почему... Блядь, не хуёвая шутка получается. Хотел сказать, знаешь, почему у Блейз трусы красные? Потому что они все в крови, а потом понял, что... Что шутка, что-то хуёвая. Ладно, будем думать, что... Отличная шутка. Не, ну это реально отличная шутка. В крови врагов, ладно. В крови миссис Игрик. Мисс Игрик.
Это еще об босс Ромаха или мистер Крену бьешь, мэн, говорил. Вот это правильные штаны отдел коричневые. Я уже задала вопрос, но проходил финальные битвы на SNES. Скелетик, да, сорян, что там не увидел. Видимо, сейчас заскроллилось, был сосредоточен. Да, проходил, но, точнее, не все там. Я в них играл, проходил только третью, по-моему. А может, еще вторую проходил? Не помню уже. Так, это какого хрена грустный тромбон? В честь чего? Короче, третья часть финальных Final Fight я проходил, да. В принципе, мне понравилось. Уже не человек. У нас есть начальница по фамилии Саксина. Саксина. Вот она, наверное, и есть это мисс С. Не, ну если она с клевой жопой, то да. Давай ремейк. Давай ремейк, только нас чайку, наверное, налить. Вон Титра Кристель так мило поправляла галстук Адаму. Кстати, а вдруг... Блин, это было бы странно. Почему тогда Адам подлетел, короче, начал всех пиздить? Почему Эстель не знает, кто такие пацаны из Streets of Rage, типа, вот все эти главные герои? Не, так что теория не работает. Blaze PMS, поэтому огнем шпарится злость. Гаррет, такой ты просто... Как это сказать-то? Нетактичный. Она говорит, не PMS, а там родственники на красном кабриолете приехали, там... В лимузине и... Блейз же такая милашка, нельзя так быть, нельзя. Вот, наверное, Саксиной хуёво жить. Но она же не Сексина. Саксина, саксофонова. Саксиной или Саксиной, не знаю, как правильно. Честь моей херовой шутки, а? Тогда понятно. Галстук? Она же вроде медаль ему вешала, нет? Да-да, медаль. Я помню, кстати, в прошлый раз, когда мы смотрели эти титры, кто-то тоже сказал, что она ему что-то там галстук управляет. Не, она ему медаль вешает за заслуги перед отечеством. Что в очередной раз остановил людей с фамилией в одну букву. Кровавые труселя, звучит брутально, да. Плейс брутальная. Гаррет, я не разглядел, что она там ему давала. Доделала, давала. Сосущая Саксина. Можно Эссексины называть. Медаль и погоны в дом офицеров. Блин, ну Адама там, наверное, короче, все стены в медалях уже. Сколько раз уже за него эту игру, наверное, проходили, да? Так, ну все, чуваки, тогда давайте микроперерыв. Я пока запущу тогда Сор ремейк. Попробуем снова пройти. О, Манию в ремейке. Только надо сначала вот так сделать.